Монастырь, как гласит предание, в XV веке основала Ангелина, супруга сербского деспота Стефана Бранковича, впоследствии монахиня, мать Ангелина. Монастырь посвящен святой великомученице Параскеве. Первые письменные упоминания о нем встречаются в Минеях и иеромонаха Захария в 1563 году. Старая церковь разрушена в 1793, а новая построена в 1797 году. Роспись существует только в алтаре и в куполе, а ее автором является живописец из Земуна Дмитрий Петрович. Иконостас работы Петра Радосавлевича относится к 1798 году, а резьбой по дереву его украсил Аксентий Маркович. В XVII и XVIII веках при монастыре работали переписчики, но их труды не сохранились. Все пропало и уничтожено во время Первой и Второй мировых войн. В 1799 году архимандрит Викентий выпустил в Будиме монографию о монастыре Фенек. Это была первая монография, посвященная сербским монастырям. В конце XVIII – начале XIX века в монастыре состоялась встреча князя Алекса Ненадовича и австрийского императора Иосифа II. После подавления первого сербского восстания в 1813 году в нем целый месяц находились руководитель восстания Кара Георгий с сыном Алексой, о чем свидетельствует и мемориальная комната. Здесь останавливались и монахи из монастыря Студеница с мощами святого короля Стефана Первовенчанного, святого Симеона. Неподалеку от монастыря находится часовня, посвященная великомученице Параскеве, построенная над колодцем, как предполагается, матерью Ангелины. Новая часовня построена в 1800 году. Вода из этого колодца в народе считается чудотворной и целебной, так что люди в массовом порядке ходят сюда за водой. В монастыре хранится длань великомученицы Параскевы. В монастыре живут монахи, а на богослужении в нем нередко собираются молодые семейные люди из окрестных мест, а также из Белграда. Фенек расположен недалеко от села Яково, в 25 километрах от Белграда, в муниципалитете Сурчин.